Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Dino Bash 2 «Путешествие во времени». Так, насколько ты помнишь, мы в прошлой серии прошли все-таки здесь телепорт, потому что мы насобирали нужное количество звезд, и теперь вот у нас вот такая миссия 12-1, новый динозаврик, друзья мои, тут нам будет доступен. Ну, если мы, конечно же, пройдем с тобой эту миссию, а это еще не точно. Самураи тоже мне тут нашлись. Но ты посмотри, уже Вау, действительно как самураи. Так, ладно, валуном, на. А чего вас так много-то? Заморозка. Прям как Саб-Зиро. Ладно, а что, они бегут без остановки, ребят? Да блин, я даже не успеваю с ними справиться. Есть, погнали. Так, снэпики маленькие, давайте ломать. Так, сломали. Опа. Так, они кричат, эй, типа, летун. Лети, он полетел. Так, хорош. Надо вот этого призывать. Друзья, я беру неуязвимость. Вызывать, не вызывать? Не, пока не будем. Пока не будем. Не вижу в этом пока какой-то тут надобности. Ну зачем? Вон он, друзья мои, дружбан наш стоит. Так, этого на землю опусти. Ну, молодцы, красавчики. Так, что я хотел-то? Давай, 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 родные, давай, 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 давай. Я заморозку врубаю, ребят. Хоть как-то нашим ребятулям помочь. Из-под тяжка, что ли, лезете, а? Удар Саб-Зиро. А что же это за интересный такой. А, все? Мы прошли, ребят, на три! На три звезды! Я показываю вам три звезды, когда тут камера не включена. Фух. Слушай, ну, очень даже неплохо. Второй сундук. Угу. Понял. И третий сундук. В принципе, тоже неплохо. Отлично. Отлично. Так, друзья мои, ну что же, я не знаю, что он из себя представляет, но это у нас кентра. То есть от слова кентрозавр, насколько я понимаю. А что же он делает? Мне лично очень интересно узнать, что этот динозаврик делает. Вот. Тут не по-нашему, конечно, написано. Короче, они все восхищены, что освободили кентра. И кентра у нас... Подожди, он слабее стеги? Ладно, может быть, это обман какая-то. И стоит он всего 18. Я не знаю, ребят, почему... Почему он так мало стоит? Сейчас мы будем с тобой проверять все это. Да я понял, что кентра вызываем, но... Блин, там летун. Кентра, ты где? Ах, вот оно что. Ой, ребята, кентр... Ну, он, походу, только чисто против воздушных целей. Насколько я могу понимать. Да, ребята, он только чисто против воздушных. А наземные цели он вообще не трогает. Ну что я могу сказать, ребят? Ну, не трогает он наземные цели, к сожалению. Ну, может быть. Ну что может быть? Ну что тут может быть, ребят? Так, не надо, пожалуйста, вот не надо. Вот эти вот глюки, пожалуйста, уберите свои. Да что ты будешь делать? Вот такое вот, ребята, происходит. Я не знаю, как с ним бороться. И почему оно происходит? Так, подожди, я там хоть справился? Справился. Я не знаю, из-за чего вот эти вот...
Ну, багами не называют. Ну, да, это самые настоящие глюки. Так, я вызвал плевуна. Ага. Ребята, а что у нас? Мы, к сожалению, не на две звезды еще, что ли, пошли? То есть не на три, а только лишь на две. Где-то мы, где-то мы с тобой промедлили. Вот так вот. Опа. А вот это хорошая новость. Друзья мои, Рэмбо может прокачаться еще на один уровень. А ну-ка глянем. Так, Рэмбо. О, да. Это хорошо. Это, ребята, очень хорошо. Я думаю, что мы не пожалеем. А что вот это такое? Это интересный артефакт. Чем-то напоминает, ну, как сказать, шаровую молнию, наверное. Наверное. Я пока не знаю. Нам его только предстоит получить. Да, Снэппи, ты очень медленный. Очень ты, Снэппи, медленный. Как же вы достали, а? Слушай, у меня выпала защита, я ее пока тратить не буду. Что-то мне подсказывает, что здесь надо будет вот на этого паренька копить. Наверняка будут летуны. Может быть, конечно, и не будет. Но мне-то этого неизвестно. Нет, все-таки будут. Ну и где же? Вот он. Так ты сбивай, господи, ты... Бамс. Так, у нас с тобой заморозка есть. Зачем я это сделал? Непонятно. Кстати, заморозка его тоже очень даже неплохо сбивает. Вот что я хочу сказать тебе. Очень неплохо сбивает. Мне бы, конечно... Опа! Смотри, какие там ребята. Какие там самурайчики у нас. Нет, пожалуйста. Дай звезды, три звезды есть. Фу. Абрир. Угу, 500 монет. Так, это уже 1000. Полторы тысячи, да? Плюс еще здесь 450. Почти 2000 монет сходу. Да, и мы получаем с тобой Тилра Ремлампаго. Что-то связано с электричеством. Кого можно прокачать? 3600 надо. 3600, здесь 6. Ну, я, наверное, буду все-таки Стегу прокачивать. Как ни крути, ребят. Снэппи мне пока не под силу. Не хватит у меня финансов. Сундучок. Слушай, а почему такой короткий этап? А вот этот сундук я так и не знаю, ребят, как получить. Просто не знаю. Вообще его можно получить? Так, ну что же, друзья мои, есть шанс проверить вот этот электрический комок. Пока будем экономны. Как только познаем всю силу этого могущественного артефакта, ну, сразу будет, ребята, уже другой разговор у нас.
Ну и что, только снайпики мне, что ли, доступны? Ой. Вот сейчас, кстати, надо проверять, ребят. И чего? Так а в чем прикол? А прикол-то в чем? Да ты достал со своими петардами-то. Друзья, я не совсем не совсем понял. Да не то, что не совсем понял. Я вообще не понял. Что делает вот эта штука? Мне, например, непонятно. Ну, допустим. Допустим. Ну, электричество, и что? Ну, я даже не знаю, что сказать, друзья. От слова совсем я... Да куда ж ты бьешь-то? Ну ты тут... Да пусти ты его на землю. Да ну его нафиг, пошел, знаешь куда? То есть вот эти щитовики меня не могут, блин, мы не можем с ними совладать. Так что ли получается? Меня еще и наказали. Я логики не пойму вот этого электрического. Он станет, парализует. Что он делает-то? Что-то делает, ну что непонятно. Блин, причем мы щитовики эти достали, вот серьезно тебе говорю. Че, вообще что ли? Че их так дофига-то тут накопилось, эй? Блин, просто сметает что ли все на своем пути? Получается так. Ну и как вот ты, извини меня, предлагаешь тут бороться? Каким образом, если они даже стегу заваливают в трясек? Короче, ребята, ерунда полная. Вот эта вот фигня, которую мы с тобой получили, просто бредятина. Я вообще не вижу в нем... Вообще никакого толку не вижу, ребят. Просто какая-то бредятина. Урона особого не наносит. Я не могу понять, откуда здесь столько этих щитов-то выбрал. Взялось-то. Шли без щитов, бац, щиты появились. Или тут один всего с щитом? Нет, один с щитом, другие ребята с палками. Здесь. Так, получается, да? Ну, в общем, тут на одну звезду это максимум. Ну, крепкие эти парни с щитами. Так легко их не взять, особенно когда они вот кучей стоят. Когда там еще вон идут один за другим. Тяжело. Не, на самом деле тяжело. Это без привлечения.
То, что он одного противника станет, это ровным счетом ничего не дает. У меня никакого преимущества, ребят. Я думаю, это и дурак бы понял, да? А что... Нету, нету в этом никакого преимущества. Вот от этой вот фигни. Да, он на несколько секунд отключается. Может быть, против бомжей, против катапульт. Может быть, это как-то и работало бы. Но против, когда на тебя идет такая вот армада, как-то, ребят, сомневаюсь я. Но в любом случае мы проходим с тобой этот портал. В любом случае мы получаем с тобой сундук, в котором 450 монет. Нет. Самое, наверное, наихудшее, что можно было бы получить, это вот этот электрический шар. Я, честно говоря, рассчитывал на большее. 1600, спасибо. Так, 9 самоцветов, 5 снэпиков и... О! Вот это уже, вот это уже, вот это уже лучше, ребята. Что дает мне до 3 уровня прокачать в раритетку. Значит так, где у меня? Стегушка, ты будешь? Или как? Или лучше этого? Этого 6, да? Так, ну что? 3 уровня. 3 уровень у меня раритетным становится наш Раптор. Снэппи, блин. Ну, нет, все-таки давай стегу прокачаем, так что быть. Еще 2 энергии у нас. Сюда нас не пускают, ребята. Нам не хватает 2 звезды, чтобы нам перейти на следующий. Ну что ты не передвигаешь? 2 звезды нам не хватает. Где мы их будем получать с тобой, эти 2 звезды? По идее, вот здесь бы надо бы их получить, но... Этот уровень какой-то... Я не знаю. Сложный он. Любики, да, конечно, это хорошо. Все, они помогают, все как надо делают. Плюются, радуются. Такс, едет колымага. Да иди ты в пень, мы еще даже с тобой... Не подбили. Так, эти показываются, этими займутся. Я пойду, наверное, продвинусь немножко дальше сюда. Допустим. Так, мне надо отойти в сторону. Мне надо вообще хилку позвать. Да, 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 да. Это истеричка явилась. Сейчас начнет. Да ну, блин. Она сейчас всех запинает здесь. Всех абсолютно. Да как ты тут пройдешь на 3 звезды? Ну это же нереально, ну уже звезда пошла на убыль. Ребят, ну уже звезда пошла. Ну как эту бомжиху, блин, долбаную пробить? Как ты вот ее пробьешь? Ты лучники еще сдалека бомбят. Thank you.
Ну давайте, ломайте, ломайте, ломайте. Да ну это издевательство. Хотя... Ребята, на одну звезду больше. Да, на одну звезду больше все-таки. Ну что же, неплохо, но все равно, ребята, результат меня не устраивает. Хоть одну звезду в плюс. Где бы нам еще одну звезду урвать, чтобы нас пропустили дальше? М? Здесь? Ну давай глянем. Ну что, 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 сразу фризить начинаешь? Выбешиваешь меня вот этим вот. Так, первого, кого мне здесь дают, это вот нашего Рэмбо. А мы же Рэмбо... Подожди, а мы Рэмбо прокачали? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас начнется. Да. Надо было Рэмбо, блин, звать. Ну, в принципе, у меня есть такая возможность призвать Рэмбо. Призвал я Рэмбо, ну и что? Сколько тут надо? Одну звезду, да, нам хотя бы получить? Плювика надо вызывать. Ну, я имею в виду вот этого плювика, а не того. А то другого и нету. Так, подожди, а там... Иди ты! Так, одного поджарил. 52. Блин, дорого, конечно, стоишь. 52. Ой. И дрёшкин кот. Тут еще и этот лезет. Так а чё мне? Мне вот так вот только остается стоять, смотреть на этого... Когда он тут идет, блин, на нас. Ну посмотри, плювик, в принципе, вот этот плювик очень даже неплохо, ребят, отнимает хп. Но медленный. Он хороший, но медленный. Еще одного, что ли, позвать? Да нет, там, наверное, Т-рекс нам все-таки понадобится. Ну, как всегда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жаль. Жаль тебя, плювик. Ну что опять за фриз? Ну мы бомжиху-то бомбанули, ребята. Но опять же, звезда пошла на убыль. Придет Рэмбо. Сейчас прибежит. Ты посмотри, сколько он...
Здоровски. Он отнимает львиную долю ХП у меня. Да он посмотри, он, они даже... Нет, какое тут? Друзья, о чем тут можно вообще говорить? Просто разносят в хлам. Да, вторая звезда уменьшается. Нет, тут... Тут по всем меркам, ребят, я слаб. Ну, просто по всем меркам. Как бы я ни пытался, как бы ни старался не одолеть. И во всем виновата, наверное, бомжиха, ребят. Хотя я бы даже сказал, что помимо бомжихи здесь тоже есть, ребята, уже бойцы серьезные, те же самые викинги, которых мы уже с тобой видели, который своим одним ударом наносит столько урона, сколько отнимает бомжиха, блин. И с этим бороться я не знаю. Ну что, ну как меня вот это вот вымораживает, а, ребята? Ну прогружайся ты или что? В чем проблема? Что тебе надо? Игра, блин, которая нифига, ребята, из себя не представляет. Даже все, прогрузи. Я не знаю, с чем связано. Но это какая-то беда, недоработка. Это какая-то беда, недоработка. Вот опять начинается. У меня нет вообще никаких догадок, из-за чего это все. Да, прошли, но звездочки мы с тобой так и не получили. К сожалению. Да, немножко как-то неприятно. Зато получили... Опа! Слушай, вот это шикарная, ребята, была сейчас награда. Это значит, что я могу... Либо снэпи, либо хил. Наверное, снэпи. Или себя. Я эгоист, ребята. И я решил себя прокачать. Да. Ну что, друзья мои. В общем, в следующей серии будем пытаться как-то получить одну звезду, чтобы нам хотя бы дальше продвинуться и посмотреть, что же нас там поджидает. И вот этот сундук, я не знаю, что нужно сделать. Тут понимаешь, что тут нет звезд. Может быть, три звезды это и есть сундук? Как вариант. Надо тестить. Ну что же, а на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.